Сегодня исполнилось бы 85 лет первому президенту России Борису Ельцину. Утром на его могилу на Новодевичьем кладбище в Москве пришли родственники, друзья, соратники. Говорили о том, какую роль Ельцин сыграл в истории страны. Именно он во многом заложил основы новой России. Памяти первого президента сегодня будет посвящено множество мероприятий, в том числе и в Свердловской области, где родился и начинал работать Борис Николаевич. Ну, сегодня на нашем канале премьера, документальный фильм «Борис Ельцин. Отступать нельзя». Начало ровно в полночь.